Итак, это задняя часть корпусов объединенной пансионата курорта Пицунда. Корпуса вот. Это вот задняя часть их. А здесь загорожен сам заповедник. Очень толстая кора. Да, и все деревья, они вот загорожены, но на некоторых деревьях, как видите, этот есть такая вот паразит, который цепляется и пожирает само дерево, питает от него. Ну вот здесь, я так понимаю, их это немножко подрубают, и они, так сказать, спасают эти деревья. Мох растет, потому что здесь очень влажно, в Пицунде. Вот мох, да. Вот сами пансионаты. 14 этажей, первый этаж там ресепшн, последний обычная кафешка. Но здесь очень тихо, спокойно, народу очень мало. Имеется в виду, если ты в начале приедете, в конце, даже если очень много, здесь не шумно. Как в Лоу, в Лазаревском, еще где-то. Очень большие елки я вам показывал в предыдущем видео. Вот еще пансионат. Это один. Вот второй. Очень высокий воздух. Пахнет елью. Вот когда я иголочки потер в руках или вот об кору. А на солнышке вообще этот запах очень необычный. Да, очень толстая кора. Вот смотрите, тут толщина. Вот где-то 10 сантиметров. Вот, 10 сантиметров толщина коры. До самой Абхазии добраться несложно. Доезжайте до Адлера. Вообще можно, если вы Санкт-Петербург или откуда-то, есть прямые поезда. Санкт-Петербург-Сухум и, по-моему, Москва-Сухум. Вот два поезда точно есть. Я доезжал как? До Адлера, а потом покупал, если успевал, билет на поезд, и который едет до Сухума. В Гаграх, например, сходил. Или в Сухуме. Вот. А потом с Гагра можно доехать до Пицунда или на Газелька ходит, так что ничего сложного. Немножко, да, до Сухума немножко далековато, но ты приехал и на 10 дней отдыхаешь. В Пицунде очень влажновато, но, тем не менее, очень хороший сосновый воздух, прям. А это вот, кстати, вот если спиливают, номера остаются.
Сейчас посмотрю. А это вот, вот видите, это срубают вот эти вот паразиты, видишь? Срубили, а вот они все дерево повлакли. Это дорога, естественно, для проезжающих. А шишек сколько, видите, сколько шишек попадало. И вот новый этот растет, вот молодые. А вот еще один корпус. Вот, там я вам показал два, вот еще. Это вот столовая небольшая, здесь шведский стол. Это вроде как сказали натуральный природный камень. Положили в 67 году, вот так он и остался здесь. Я тут по этой я хожу. Вот он проломленный.